Если вы хотите увеличить темпы экономического роста, обучайте девочек и расширяйте возможности женщин. Такие слова прозвучали из уст директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в беседе с пакистанской правозащитницей Малалой Юсуфзай. Мы подсчитали, что если бы женщины имели такой же доступ к рынку труда, как и мужчины, ВВП США был бы на 5% выше, в Японии на 9%, в Индии на 27%, в Египте на 34%. Хотите, чтобы страна, общество процветали? Добейтесь того, чтобы женщины могли вносить свой вклад в этот процесс. Активистка Малала Юсуфзай, в свою очередь, призвала правительство стран увеличить финансирование образовательных программ, уделяя особое внимание образованию девочек. Мир переживает кризис детского образования. 130 миллионов девочек не посещают школу. Такие данные мы имели до пандемии. Из-за нее еще миллионы и миллионы девочек рискуют не получить образование. Так же, как и из-за проблем изменения климата и военных конфликтов. После того, как в августе прошлого года талибы вернулись к власти в Афганистане, живущие там женщины и девочки лишились права на получение образования. Их регулярные акции протеста пока не принесли результатов.